Начинаем! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в этом торжественном зале. Добро пожаловать на праздник, на ваш праздник. Еврахиму сегодня 15 лет. Для торжественного начала мероприятия на сцену приглашается исполнительный директор промышленной группы «Фосфорит» Владимир Леонидович Ярлыков. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня мы отмечаем 15-летний юбилей компании, и для нас, для работников «Фосфорита», работников промышленной группы, это действительно особенное событие, поскольку в 2001 году вхождение в состав компании «Еврахим» практически спасло предприятие от банкротства. Не могу не отметить и то, что все эти годы мы открыто и очень конструктивно работали со всеми уровнями власти, с руководством города, района, правительством области. И та поддержка, которая нам была оказана, позволила нам решать не только производственные задачи, но и участвовать во многих социальных программах. И за это я хочу сегодня поблагодарить присутствующих здесь руководителей города, района, правительства области, лично Александра Юрьевича Дрозденко. Уважаемые коллеги, всем работникам нашей большой многотысячной компании крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семьях, удачи во всех ваших жизненных делах. Ну а родной компании такого же мощного, дальнейшего динамичного развития и процветания. С праздником! Мы приглашаем вас на некоторое время в зал. Созданы новые цеха по производству карбамида. По реорганизации логистики потребовались новые портовые мощности. И Еврахим построил с нуля балкерные терминалы в Мурманске, Туапсе и Силамяе. В этот момент своего развития компания Еврахим уже давно перешагнула российские границы. Там мира рождается на наших заводах. 25 тысяч человек работают в нашей многонациональной команде. Работники и безопасный труд – наша главная цель. Нами многое сделано. И еще больше представь. Еврахим. Растем вместе.
героев нашего сегодняшнего юбилейного торжества поступило приветствие от председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в котором, в частности, говорится: коллективу промышленной группы «Фосфорит» минерально-химической компании «Еврохим». Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем компании, занимающей по праву ведущие позиции в сегменте агрохимического производства. Благодаря профессионализму управленческой команды, ответственности трудового коллектива и общей нацеленности на результат, репутация выпускаемой вами продукции известна и признана во многих странах мира. Инвестиции в новые технологии – залог эффективности современной экономики. Уверен, что этот подход будет и впредь приносить успех предприятиям Еврохима. Желаю всем вам здоровья и благополучия. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин. Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дозденко. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте мы действительно сегодня с хорошим настроением встретим один из, пусть небольших, но значимых юбилеев компании «Еврохим». Я думаю, что в истории компании этих юбилеев с каждым пятилетием будет все больше и больше. Здесь очень хорошая сменяемость поколений, целые семьи связывают свою жизнь, историю своей семьи, своей земли с фосфоритом. И, конечно же, они все очень внимательно смотрели, когда Еврохим заходил на фосфорит, а что же из этого получится? Получилось неплохо. Неплохо не только потому, что инвестируются серьезные вложения в модернизацию производства. Неплохо не только потому, что строится новый завод, новое аммиачное производство. Неплохо не только потому, что фосфорит думает о расширении своих логистических связей, я надеюсь, что будет инвестировать в развитие собственного терминала в порту «Услуга». Наверное, самое главное, что у компании «Еврохим», у «Фосфорита» сопала синергия на поддержку того родного края, той земли, где находится предприятие. И вот это здание, в котором мы находимся, Ледовый дворец, лишнее тому подтверждение. Действительно, синергия всех. И Еврохима, фосфорита, и местных властей, правительства Ленинградской области, Министерство спорта Российской Федерации позволило нам построить это современное спортивное сооружение, которое сегодня очень популярно среди работников фосфорита и жителей города Кингисеппа, Кингисеппского района, да и не только. Мы сегодня вместе с компанией Еврохим встречаем 15-летний юбилей. Мы на правильном пути, и все у нас получится. С юбилеем, с праздником! Спасибо. Михаил Иванович Москвин. Дорогие друзья, знаком отличия за заслуги перед Ленинградской областью награждается Владимир Леонидович Ярлыков, исполнительный директор промышленной группы «Фосфорит». Дмитрий Степанович Стрежнев. Добрый вечер. Ну, прежде всего, у нас такой важный юбилей, 15 лет. Решить вам передать поздравления от всей нашей компании, от всех заводов, как бы, и, скажем так, наверное, что я могу сказать вот в этот момент, что я помню, как мы с Владимиром Леонидовичем в 2003 году, так сказать, первый раз, когда вместе встретились на заводе, значит, ездили по заводу. Ну, выглядело это следующим образом. Ну, фактически, мы зашли в цех серной кислоты, которого на сегодня нет. Там чихаешь, и труба падает, и там все течет страшно. Вот, как бы вот, глядя назад, наверное, фосфорит – это одно из тех предприятий, которое поменялось, наверное, больше всего, потому что у нас появились... Ну, были в компании предприятия и проблемные, и, скажем так, предприятия, которые были и прибыльны, в хорошем состоянии.
И фосфорит вот проделал огромный путь, и, например, от него, наверное, от производства осталось половина того, что было в 2002 году, а делаем мы сейчас продукцию в 2-3 раза больше. Фактически выгоднее всего делать и фосфорное удобрение, это основная продукция завода. И те планы, которые у нас есть на следующие 15 лет, как можно сказать, фактически это будет построено производство размером с половину Еврохима сегодняшнего, как бы. И фосфорит вот за следующие 10-15 лет будет таким, который, наверное, мы сейчас себе представить не можем, но мы в этом глубоко убеждены, и такие планы сейчас реализовываем. Мы тоже думаем, что следующие 15 лет поменяются, наверное, и мы обязаны быть привлекательным работодателем во всех смыслах, и мы подтверждаем свою, так сказать, приверженность этим принципам. Мы будем и зарплату, так сказать, конкурентоспособно смотреть, как платить, но и мы будем очень серьезно смотреть за безопасностью труда, и мы считаем, что нельзя, вот когда уже люди не выживают, а живут, нельзя работать на хорошем предприятии и ходить в город, где есть проблемы. Поэтому, тоже важная часть нашей работы, мы тоже можем гарантировать вам вот подтверждение тут, хоккейный дворец, где мы стоим, что при каждом крупном объекте, который мы строим, мы будем стараться обязательно строить какой-нибудь объект, нужный городу и вам, где можно будет проводить досуг и объект, окружающий город. Мы еще раз сегодня подтвердили наши планы в 2018 году ввести в строй МИАК, и в 2018 году мы хотим построить плавание бассейн здесь, и мы планируем в ближайшее время допланировать план развития города Кингисепп и вам представить, что могли бы обсудить. И возвращаясь к тому, что с чего я начал, все это хорошо, но все это невозможно без людей, поэтому вот разрешите еще раз поздравить с праздником, поблагодарить и вас, и администрацию области. Невозможно ничего сделать без властей, администрацию города, что в результате нашей такой работы, то, что мы сделали, то, что мы еще сделаем, с праздником, здоровья. Спасибо большое за вашу работу, с надеждой на совместный труд в будущем. Спасибо. Дорогие друзья, звание «Заслуженный работник» акционерного общества МХК «Еврохим» удостоен Петр Иванович Кравцов, административный директор промышленной группы «Фосфорит». Акционерного общества МХК «Еврохим». Спасибо, уважаемый Дмитрий Степанович. Мы благодарим вас за прекрасно проведенную часть нашего вечера. Да, прошу вас, пожалуйста. Всем вам большое спасибо, хорошо повеселиться. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья, сегодня знаменательное событие – 15 лет компании «Еврохим». За данный период сотрудничества компании «Еврохим» и «Российские железные дороги» достигнуты высокие производственные показатели. Сегодня, за последние два года, проведя анализ, мы видим, что объемы перевозок увеличились на 30%. Все это благодаря слаженной и эффективной работе Октябрьской железной дороги и компании «Еврохим». Выражаю искреннюю благодарность компании «Еврохим» за взаимовыгодное сотрудничество, эффективное взаимодействие. У нас есть большой положительный опыт взаимного сотрудничества и амбициозные планы на будущее. С учетом перспективных развитий и планов по строительству терминала «Еврохима» мы готовы предоставить целый комплекс логистических услуг. Но самое главное – это люди, которые работают на этом замечательном предприятии. Сегодня благодарим и достигаем высоких производственных результатов. От лица Октябрьской железной дороги хочу пожелать компании «Еврохим»
дальнейшего устойчивого развития и достижения высоких производственных показателей. Уважаемые коллеги, с праздником, с юбилеем, с 15-летием компании «Еврохим». И мы переходим к творческим. И за кулисами уже ждет возможности поздравить вас с праздником замечательный человек. Скажи на
все в порядке, без бед. Зима отлично, как обычно, а с вечным, но только с вечным. Привет. Привет. Всегда, так что просто не дай ему уйти. Я довольно молодой вор, и, возможно, у меня опыта нет. Но, девочка моя, я помочь тебе бы мог, я пролил твоем солнечный свет. Ни минутки у тебя нет. Отчего же молчишь, друг? Посмотри в его глаза и не робей. Столько долгих лет замыкает этот круг. Это я его привел на встречу к тебе. Я привел его из тех стран, где затоптанный песок осколки мечты. Где-то далеко и темная зла, самолет сбивается с пути. Если он уйдет, это навсегда, что просто не дай пути. Если он уйдет, это навсегда, что просто не дай пути.
Я люблю буги-буги. 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 Я танцую буги-буги каждый день. Администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Виктор Эвальдович Гешелев и глава муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Александр Иванович Сергеев. Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемый Дмитрий Степанович, уважаемые кингисеппцы, сотрудники Еврохима, нашего любимого фосфорита, вы знаете, я очень много хотел сказать. Очень много могу и хочу сказать, но прежде чем говорить что-то о Еврохиме, о нашем сотрудничестве, о нашем, я не знаю, я бы сказал так, побратимстве,
Я хочу сказать Ибрахиму большое сердечное спасибо от администрации Кингисеппского района, от всех жителей города Кингисеппа, от всех жителей Кингисеппского района. Почему? Это огромное спасибо, несмотря на те налоги, которые он платит в Кингисеппский район, Большегудское поселение, которое сегодня процветает благодаря Еврахиму, в Ленинградскую область свою долю вносит. Еврахим сегодня социальное ответственное предприятие. Только вспомнить, только перечислить за те последние 10 лет, что сделал Еврахим в Кингисеппе, в области здравоохранения, в области образования, в области спорта, культуры, в области инфраструктурных проектов. Еврахим загнуть пальцы невозможно ни на руках, ни на ногах. Это настоящий социально ответственный партнер. Я очень благодарен Владимиру Леонидовичу Ярлыкову, который сегодня заслуженно из рук губернатора Ленинградской области получил высшую награду Ленинградской области. Человек этого заслужил. Владимир Леонидович вносит свой посильный вклад. Он болеет городом, как весь коллектив Еврахима Фосфорита. Уважаемые еврахимовцы, уважаемые фосфоритовцы, вам повезло. Вы работаете в прекрасном развивающем предприятии. Вам повезло то, что вы работаете и у вас есть престижные профессии, престижная работа. Дмитрий Степанович, если вам не сложно, у меня есть маленький скромный подарок. Дмитрий Степанович, вот в этой волшебной шкатулке ручной работы находятся волшебные часы. Я не уверен, но надеюсь, вы найдете место или у себя в кабинете личном, или в вашем офисе центральном, чтобы эти часы отсчитывали самые счастливые и удачные минуты в вашем развитии, в вашем бизнесе. Компания «Еврахим» от Кингисеппского района, от администрации Кингисеппского района. Дорогие друзья, я как-то выступая ранее сказал вам, что такое фосфорит для Кингисеппа, для Ямбурга. Фосфорит – это наше прошлое, это наше настоящее и это наше будущее. С 15-летним вас, с праздником! Спасибо, уважаемый Виктор Эвальдович, спасибо, уважаемый Александр Иванович. Почетной грамотой промышленной группы «Фосфорит» награждаются Андрей Иванович Купцов, аппаратчик подготовки сырья и солнце яркий путь.
дымом растворится день пустой. Эй! Стань еще смелей, тебе будет счастье, счастье, счастье! Что хочу, снова пора и вернусь.
тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить. И в том спасения лист, плывущий по реке, против тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить. Дорогие друзья, гости, коллеги, от меня лично и
от моего коллектива я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Могу сказать абсолютно искренне, что это большая гордость работать в такой корпорации, очень быстро развивающейся, очень перспективной. И важно то, что компания «Иврахим» занимается крайне важным и прикладным делом. Она создает жизненно важный продукт. И как любая молодая компания, как любая молодежь, мы руководствуемся в своем деле главным принципом. Это делать все быстро, качественно и в срок. 15 лет, много это или мало? Ну, вроде бы не мало, вроде бы мало. А на самом деле сделано уже очень много и предстоит еще больше сделать. И это будет сделано руками и творчеством всех сотрудников компании «Иврахим». Разрешите поздравить все-таки вас с праздником, пожелать здоровья, удачи, благосостояния и всего наилучшего в ваших начинаниях, в наших начинаниях. Слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта технологического оборудования. Привет, друзья! Нам очень кайфово быть на этой сцене. Наша музыка для тех, кто готов зажигать в живом исполнении под прикрытием диджея Эрика. Вы